для лиц без гражданства получать медицинские услуги в рамках пакета СМС? Это один из часто задаваемых вопросов в адрес Фонда социального медицинского страхования. Сначала давайте разберемся, кто такие лица без гражданства. Лица без гражданства – это люди, которые не являются гражданами Республики Казахстан либо какого-нибудь другого государства. Такие категории имеют соответствующий документ удостоверения лица без гражданства. По закону об СМС, лица без гражданства, которые постоянно проживают на территории Республики Казахстан, имеют такие же права и обязанности, как граждане РК. Соответственно, они оплачивают все налоги и отчисления. Также имеют право получать все виды медицинских услуг в пакете СМС. То есть, если такой гражданин является наемным работником, то работодатель обязан уплачивать за него взносы и отчисления. Либо он может застраховать себя самостоятельно, оплатив 225 тенге в качестве самостоятельного плательщика. Также при случае они могут войти в одну из льготных категорий, за которых взносы оплачивает государство.